запах и звук – единственные две субстанции, которые идут в эмоциональные центры мозга сначала, а потом фильтруются в церебральные. Соединение двух субстанций, которые атакуют эмоциональные центры мозга, собственно говоря, призвано усилить эффект. Поскольку это парфюм очень высокого качества и класса, только из натуральных ингредиентов, парфюмеры смогли распределить эффект этого запаха по течению музыки. То есть не только это создано к определенному композитору, к определенному произведению, но и к определенной продолжительности, к определенному развитию драматического этого произведения. Этим запахом, конечно, можно будет пользоваться и выйдя из зала, но этот запах в силу своих особенностей будет очень меняться в течение времени.